Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов RoyaltyFX 2020. Данная стратегия является платной сигнальной стратегией, которая помимо сигнального индикатора содержит уровни, автоматически обновляющиеся каждый день, и также в ней присутствует трендовый индикатор наподобие скользящей средней. Также стоит отметить, что на данный момент стратегия для бинарных опционов RoyaltyFX 2020 продается за $225. Но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. И первое, о чем хочется сказать, это об информационной панели. Данная панель может быть удобна в торговле бинарными опционами, так как содержит некоторую полезную информацию. К такой информации относится время брокера, текущий таймфрейм, время до закрытия текущей свечи, а также сессии, которые сейчас открыты. Если же данная панель вам не нужна, ее можно отключить в настройках. Переменная, которая отвечает за инфопанель, называется Display InfoMap. Ставим параметр False, и панели больше нет. Если говорить об остальных параметрах, то они отвечают за разделение дней недели, сигналы, уровни, а также трендовые линии и визуальную составляющую. И конкретно трендовые линии изначально отключены в данном шаблоне. Включить их можно, активировав параметр Display Trend Lines. И по итогу у нас появляются трендовые линии на графике. Если данные линии больше не нужны, то они отключаются точно таким же образом. Говоря о правилах торговли по данной стратегии, обращать внимание необходимо на несколько условий. И для покупки опциона Call необходимо, чтобы цена находилась над желтыми точками, также чтобы рядом или ниже цены был уровень, далее необходимо, чтобы появилась звезда зеленого цвета и после нее появилась рука. Опционы Put, соответственно, покупаются аналогичным образом, но с обратными условиями. И для этого необходимо, чтобы цена находилась под желтыми точками, также чтобы рядом или выше цены был уровень. Далее необходимо, чтобы появилась звезда красного цвета и после нее появилась рука. Экспирация по данной стратегии всегда используется в 12 свечей. Также обратите внимание на то, что желательным будет наличие тренда, который будет направлен в сторону сигнала. Но сделки можно совершать и против тренда, если выполнены все остальные условия. Еще важно знать о том, что сигналы в виде звезд могут перерисовываться. И поэтому данные сигналы являются лишь предупреждающими, но никак не основными. Основными сигналами в стратегии RoyaltyFX 2020 являются иконки в виде рук. Что еще необходимо понимать при работе по данной стратегии, это то, как строятся некоторые из уровней. И уровни, изображенные длинной пунктирной линией, строятся по максимуму и минимуму предыдущего дня. А уровни, изображенные тонкой синей линией, строится по максимумам и минимумам предыдущей недели. Пробой данных уровней, если он не является ложным, почти всегда будет говорить о сильной активности покупателей или продавцов. Теперь давайте рассмотрим несколько примеров для покупок опционов Call и Put, чтобы закрепить правила торговли. И данный участок графика может послужить хорошим примером для покупки опциона Call, где сигнал в виде руки появился на целых трех уровнях, а также после того, как цена пересекла и закрылась выше желтых точек. Помимо этого мы видим зеленую звезду, а единственное, чего здесь нет, это восходящего тренда. В данном случае мы можем наблюдать нисходящий тренд, после чего на недельном уровне появляется красная звезда, а после этого цена закрывается ниже желтых точек и появляется сигнал в виде руки, после чего можно покупать опцион Put с экспирацией в 12 свечей. На данном участке графика также стоит обратить внимание на два сигнала, которые появились после зеленых звезд. И как можно видеть, данные сигналы появились там, где не было уровней именно ниже цены. Поэтому такие сигналы всегда стоит игнорировать. По итогу хочется отметить, что какой бы прибыльной ни казалась данная стратегия, ее обязательно стоит протестировать на демо-счету. А перейдя на реальный счет, всегда стоит придерживаться правил money management и risk management, так как это поможет защитить ваш депозит. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!